Думаю, запишу видосик, подсказочка такая, лайфхак, как модно сейчас говорить. Может, кому понадобится. Смотрите, наша задача, вот делаем экран под ванну, да? Профиль выставили, все выставили. Наша задача гипсокартон теперь задвинуть. Но нам не дает вот эти краны, тут торчат, в этом месте, ну не зайдет никак. Здесь вообще вот такая загнутая. Ну, ее можно вытащить, но не важно. Краны не дают. И здесь не дают задвинуть. Здесь надо больше дыру. Я сделал компактную. То есть маленькую, вот под эту трубку. Здесь также. Но нельзя вот так задвинуть, когда вот такая ситуация у вас. Есть одно действенное такое. Есть, короче, одно такое действие, которое я делаю. Я вам сейчас покажу. Разрезаем вот здесь гипс. К примеру, здесь. Можно по центру, можно здесь. Теперь у нас гипс складывается. Вот так вот. Смотрите. Хоп. Мы заводим эту часть, куда нам надо, сюда. Эту часть заводим, куда нам надо, вот сюда. И все задвигаем. Далее просто прикручиваем и все. Вот кому может будет полезно, пользуйтесь.